Хей, йога и смешанки, мы продолжаем проходить игру под названием Япи Психа. Короче, мы сохранили с вами, я отвлекался, у нас было мотивационное, так сказать, собрание, где нас немножко ввели в курс дела. Так, сколько у меня кредитов? 400 с чем-то. Да. Нет, все, я думаю, мне больше не нужно. Блин, кофе бы покупить еще. Нахера я за это покупал? За сутки, если... ладно. Что мы делаем? Мы с вами сейчас отправляемся, во-первых, на кухню. Это, если не ошибаюсь, первый этаж кафетерия. Где мы с вами... сделаем себе дошик. Хорошо. Далее мы бежим с вами улей. Улей это у нас четвертый. Четвертый, да, этаж? Да, четвертый. Мы идем с вами в улей и. Фух. О, это Кейт. А, это не Кейт была? Девушка из лобби. Не знаю, давай посмотрим. Бочка пуста. Здесь яд везде, поэтому я не сильно так хочу тут проходить. Ага, Кейт нашлась. Врю-рю-рю. Фотокопии, копии, копии. Привет. Привет, доброе утро. Рада встрече, партнер. Я не знаю, помнишь ли ты меня? Мы встретились в лобби. А, конечно, я помню тебя, Брайан. Все в конце концов получили с тем... Так, получилось с тем письмом. То есть, ты здесь, значит, всёк? Да, более-менее. Я работаю на пятом этаже. Ты меня... Так, обманываешь? Пятый этаж? Ну... Брайан, поздравляю, почему ты не Так, прыгаешь от радости. Ну уже, прыгай, прыгай. Ого, я тебе так завидую. Ну, не такая это и хорошая работа, по правде. Она немного... Ты не заметила ничего странного? То есть, не видела ничего опасного? Ничто или других странных существ здесь? А, это... Да, я постоянно вижу странные вещи. Сначала я тоже была удивлена этой стороны атмосферы. Но, Брайан, мы новички. То, что мы не привыкли к ходу вещей здесь, это нормально. И, конечно, мы должны превзойти себя в профессии на этом уровне. Нам есть чему поучиться. Да, наверное. Но все равно здесь немного опасно. Посмотри, я уже свыклась с этим. Так, рассказать тебе секрет. О, пожалуйста. Когда я вижу или мне кажется, что рядом опасные существа, смотри. Легкотня, я под столом. Они вряд ли когда-либо тебя заметят здесь. Подожди немного, пока опасность не минует тебя. И продолжай работать, будто ничего не случилось. Я не думаю об этом. По правде говоря, здесь много мест, куда можно спрятаться. Конечно, и теперь... Так. Конечно, и если рядом нет стола, то ты можешь заработать в одной из таких шкафов. Залазить. Смотри. Легкотня, и исчезла. А, я вижу, у тебя все под контролем. Я знаю, что все это немного странно. Все так же странно и для меня. Ну, в бизнес-школе нас всегда говорили быть позитивным и продуктивным. Также, если мы так быстро сдаемся на первом работе, нас могут не воспринять серьезно на следующих. Увидим. Так, увидишь, Брайан, когда мы приноровимся к динамике. Компании все пойдет как по маслу. Кстати, что ты здесь делаешь? Ну, полковник Дюман, странный парень с лошадью. Итак, он сказал мне прийти на четвертый этаж и с кем-нибудь подружиться. И вот. И я думаю, что может и. А, первый. Так, перерыв кончен, и мне надо вернуться в отдел маркетинга. Но я еще не закончила. Мне надо рассортировать 30 тысяч. Фотокопии, и я не знаю, как сделать это вовремя. Я могу помочь, если хочешь. Правда? Но разве ты не говорил, что тебе надо сделать домашнюю работу? А, нет, нет.
Не волнуйся, у меня есть свободное время. Спасибо огромное, Брайан. Так вот, это отдел маркетинга. Так, и почему все они на четвереньках? Я полагаю, что это последний писк моды в йоге при работе. 4 сотрудника исчезли, они должны быть на этом этаже. Они не будут так опасны, а? Они обычно безвредны, но если так сказать им то, что они не... что им не понравится, то они разгорячатся. И советую посмотреть вокруг в поисках хороших рекламных слоганов. И использую их, чтобы увидеть моих коллег, пойти за тобой. Но имей в виду, что они все разные и с разными вкусами. Приведи их сюда, когда увидишь их. Хорошо, положись на меня. Спасибо, Брайан. Так, говоришь... Опа, а куда этот пропал? Unite to be free. Это памфлеты профсоюза компании. Объединяйтесь и будьте свободными. Цепляет... Я запомню эту фразу. Так, а вот это вот хорошо, то, что я могу теперь лазить под столами. Ой, очень больно. Что с тобой не так? И что сказал доктор? Он сказал, сидеть на диете лучше лекарства. И ты стал лучше есть? Нет, он сказал мне принять эти пилюли, заменяющую еду. Смотри. Сидеть на диете лучшее лекарство. Отличный совет, я запомню его. Может, мне нужно вот этих работников, имеется в виду, найти? Стой, как к ней попасть? Походу, мне нужно под столом там пройти, в этой комнате. Почему ты почему ты тут слоняешься? Убирайся отсюда, новичок. Почему ты слоняешься? Так, я не могу да под стол залезть, хотя здесь могу. А стена полна картинок экзотических пейзажей. Так, стена полна картинок. Так, короче, мне это одна из тех, кого мне нужно найти, как я полагаю. Значит, мне нужно где-то найти хороший пейзаж. Там пьят или что там? Я не знаю, я туда идти не хочу. Отсюда нет выхода, отсюда нет. Так, не хотите ко мне присоединиться? Объясните и не будьте свободны. Объединяйтесь и будьте свободными. Ну, я понял, типа, то, что не было выхода, но мы этого нашли. Ух ты ж, ё-моё. Так, ладненько. Это журнал, когда в любую работу каждый день праздник. Так, ну мы это смотрели. А давайте пилюли заюзаем, хотите? Блин, жалко, что я тут не мог пройти. Не, я понимаю, что ей нужно заюзать... Гавайн, Бомбей, рай. Когда ты любишь свою работу, каждый день праздник. А, мне нужно так делать. Давай, за мной, за мной. Последнее время они начинают только... Так, нанимают только деревенщину. И как ты об этом узнал? Потому что они так сильно любят своих коз, что всегда берут их с собой. А, я понял. Юмор. Ну
Ого, я пилюльки заюз, а? Типа войну. А, значит, мне пилюли нужны будут для чего-то потом. Хорошо. Так, там яд. Там не пройти. Я решил взять перерыв, чтобы... Ой, блядь. Использовать. Только накоцал себя, сука. Ладненько. Он мертв. У него есть кейс, но он заперт на кодовый замок. Из этого... Так. Из того, что я могу увидеть на экране работника... Так, писал коллеги, но я не смогу видеть вообще, что там написано. Почему? Из того, что я смогу... Смог увидеть на экране... Работник писал коллеге, но я не смог увидеть, о чем он писал. Из того, что я смог увидеть... Слушай, а почему? Типа... Странно, окей. Так, на экране сообщение. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. На экране сообщение. Походу в кейсе что-то ценное. То есть я облажался, да? А, я просто получил лишний урон, ясно. Ясно. Но он хотя бы не так сильно кусается. А, нет, назад. Ладненько, го, другого искать. Идите, но ради чего вы стоите в очереди? Я не скажу тебе, хе-хе. Пусто. Какой-то компьютер, скорее всего. Так, а, там я точно. Не ешь мои провода, козел! Выметайся отсюда! Ням-ням-ням-ням. Сидеть на диете лучшее лекарство. Эй, чувак, чувак! Спасибо за то, что убрал этого козла отсюда. Он хотел сожрать все провода. Пожалуйста, меня зовут Пастернак. Ты можешь звать меня Доши, я парень из ИТИ. О, так ты занят починкой компьютеров? Отнюдь. Я разбираю их и сохраняю лучшие компонующие. О, уже поздно. А мне надо уйти до того, как кончится матрица. Матрица? До матрицы, чувак. Ты новенький? Да, первый день. Что ж, тебе стоит лучше узнать о местных фауне, чувак. Вот приветственный подарок. Вы получили отвертку. У меня мастерская на третьем этаже. Если заглянешь, может... Так, позже, то можно я покажу тебе суперкрутые вещи. О, спасибо большое. Мир, чувак. А, мир, чувак? Он хиппи? Хиппи? Ну, смотрите, мы спасли еще одного. А вон еще один синий компьютер, который мне нужно будет залезть. Так, хорошо. Бля, я могу, в принципе, сохраниться здесь. Так, еще один, да, нужен работник? Ой, я посмотрю, что на компьютере там. Здесь открыто сообщение, оно гласит, я уже забрал книгу у моего партнера-идиота. Загляни в кабину позже. И спрячь книгу в своем столе, она в моей кейсе, код 981. Опа!
А мы знаем, где этот кейс. Так, он говорит, на третьем этаже, да, у него. 1, 8, 9. Так, я думаю, что эта книга по саморазвитию. Так, пересилить свою злобу, притворяйся. Отличный совет, я его запомню. Гр. Притворяйся. Ну, по идее, все. Она же сказала 4 рабочих. Так ведь. Значит, это последний. А я думал, ты на самом деле враг. Типа он ползает и будет меня кусать. Что ж, вот все четверо. Прости, Брайан, но кое-что произошло. Девушка-маркетолог, что была здесь, только что убежала. Я пыталась ее поймать, но у меня не получилось. Она убеждает в отделе... Так, убежала в отдел кадров. Это дверь за углом. Бедняжка так устала от маркетинга и слоганов. И всегда ходит туда ради новой работы. Без проблем, я поищу ее. Спасибо, Брайан. Ой, аккуратней там, девушка из отдела кадров немного нахальная. Но если ты вспомнишь так приемчики, о котором я тебе рассказывал, то у тебя не возникнут проблем. Опа, хорошо, спасибо. Так, я же теперь... А, тут я не пройду, окей. А тут я тоже, да, не пройду. Го, я к нему схожу. А там прохода нету. Ну, го, тогда сохранимся. Он говорит, на третьем, да, этаже? Подожди. Лучше сейчас не мешать. На третьем этаже. Го, я на третий сгоняю. Ну, конечно, лучше бы сохраниться было. Так, там закрыто. Не открывается. Добро. А там у нас что? Скорее всего, его это вот здесь. Комнатка, вот. Ну ладно, он, походу, еще не пришел. А. Нет. Стойте, я тут сейчас думаю. То есть я могу лазить под столом, да, лучше сохраниться. Улей. Улей, улей, улей. Улей, улей, улей. Здесь самые такие нужные объекты, они подсвечиваются, поэтому это не страшно. Так. Инвентарь. Ой, я сразу отхилюсь. Использовать. Да. Да. Чтоб я был на фулл хиле, потому что меня эти заразы погрызли. Значит, нам мне предлагает отдел кадров. А на табличке написано, что он так одел. Ну так. Кадров на двери закрыты изнутри. Давайте скажем ей. Эй, Кейт, что мне надо сделать? Девушка-маркетолог убежала и попала в отдел кадров. Двери за углом. Ты должен вернуть ее назад. Без проблем, я поищу еще. Наверх. Так, вытяжка. Может, я смогу до нее дотянуться, если я заберусь на пустой шкаф. Большинство полок в этой книжной шкафу пустые, и я могу по ним забраться, да. Посмотрим, не убьют ли меня. Что ты делаешь? Ну, йогу? Ты хорошо в этом, Брайан. Фитнес важен при сидячей работе в офисе. Закрыто, я не могу его открыть голыми руками. No problem, у нас есть отвертка. Я попробую открыть решетку. Открутить.
Так, ты. Пожалуйста, не спрыгивай. Эй, ты, подожди. Нет, давайте я открою. Разберусь. И мы сейчас пройдем с вами в другую сторону. Мы получили один пакетик. Здесь вырезка из общественного журнала. Были ли недавно похоронены, так, наследницы богатства Синтера прикрытием. Так, неофициальные источники верят в это, так как они все еще не смогли получить доступ к отчету вскрытия. Мне там компьютеры не нравятся, которым типа провода торчат. Скорее всего, там призраки будут эти чертовы. Кто сюда вошел? Подойди ближе, ближе. Хера себе. Я не вижу здесь ничего интересного. У нас она плюется. Вы получили чашку воды. Пуст? Зачем пуст? По идее, я могу пробежать. Тихо, а то там тоже получается, да, что-то есть. Фух, я успел. Ха, о! Да, я ступил. Ну, на самом деле, мы все равно сохранились. Типа, это пропустим. Мы же это уже читали, смысл. Так, как раз осмотреть. Инструмент для открытия шурупов. Открути. Сразу go в ту сторону. Я понимаю то, что я могу, в принципе, просто брать и, так сказать, восстанавливать запись. Это же типа бандикам. Здесь есть кнопка паузы, которой нету в OBS. Я узнал, что в Warface это голосовой час подчинили. Это классно. Так, хорошо. В смысле она в меня попала? Ой, начинается. Ладно, плевать. Вы получили лист вин. Окей. Что на столе? Давай. Поприветствую его, девочки. Давайте поприветствуйте его, девочки. Так, ломтик.
Я не знаю, если... Может... Привет, что-то беспокоит? Ты знаешь что-нибудь о резюме? А, не совсем. Ну тогда ты не можешь мне помочь. Возвращайся, когда что-нибудь узнаешь. Походу это... Что это? Добро пожаловать, охотник. Подойди ближе, я дам тебе. Хочешь, я тебе поцелую? Что случилось? Тебе раньше не целовали? Я сделаю тебе мужчины. Разве не за этим ты пришел? С этой штукой что-то не так. У меня плохое чувство, от нее лучше... Так. От нее лучше я не буду подходить ближе. Мне не надо найти девушку-маркетолога и свалить отсюда. Ну там кейс. Я вижу. Даже не хочешь поговорить со мной? Ты застенчив и боишься меня? Неужели теперь компания нанимает русов на должность охотников? Ты серьезно? Ты ведьма? Я просто друг, который хочет тебе помочь. Помочь в чем? У меня есть подсказка. Подсказка о ней. Ты мне не веришь? Смотри, смотри. Это очень важная подсказка о личности ведьмы. Подойди ближе, если хочешь ее взять. Я не могу разыграть это так. Разглядите отсюда, что это. Оно выглядит как фотография. Давай я... Очень интересно. Дополнительная ответственность, та же зарплата. Не очень убедительно, но я запомню формулировку. Я не вижу здесь ничего такого. Господи. Давайте типа подойдем. Но мне кажется, я сдохну. Она меня засасывает. Хотите, можем подойти, в принципе. Ну, в принципе, я так и знал. Блин, жалко, что это не одна из видов концовок. Да. Ладно, давайте я остановлю и там продолжим. Вот, короче, я вернулся сюда, поэтому забираем все, что здесь есть. К ней я не пойду. Вдруг можно... Знаете, у меня какое чувство? Я могу... взять и отдать в жертву это вот эту девчоночку. Типа, пока она будет жевать, я заберу фото. Ну, мне кажется, это очень гнилое дело. Но это как один из вариантов, что можно сделать. Сотрудница. Больше никакого маркетинга. Дополнительная ответственность, та же зарплата. Да ладно. Стена полная резюме. Что мне делать тогда? Что еще? Да. Что-то еще может быть? Слоган для моего резюме. А у резюме должны быть слоганы? Конечно, без... Как ты смог сюда попасть без него? С тем количеством резюме, что они получают каждый день в отделе кадров. Самая важная вещь. Первое предложение. Главный слоган. У меня есть так, идеальный слоган. Посмотри на него. Лизни меня и дай мне взорваться в твоем рту. А, он идеален. Ты так не считаешь? Возможно, я не в смысле, но он немного при... Так, прямо линейный, не так ли? Чтобы ты понимал в этом. Ты даже не знал, что в резюме должны быть слоганы. Деревенщина. Привет. Нет, сырот не хочет пробовать меня.
А та штука на стене, ты правда хочешь, чтобы она съела тебя? В чем вопрос? Разве мы все не хотим этого? Наслаждение того, что тебя желает получить. Признание от твоей компании. Продвижение. Но рот не любит нас всех одинаково. Кого-то оно смакует некоторое время, а потом выплевывает. Но даже не плюет на меня. Но я не сделаю так. Не сдаюсь, говоря, что есть способ перехитрить ее, есть объект. Магический символ, перед которым она не может устоять. Символ. Говорят, что это фигурка из магии Вуду. Если ты ее наденешь, то она тебя заметит, она тебя захочет, она тебя затянет в себя. Но если у тебя ее нет, она тебя не увидит, она тебя не полюбит. И все это может очень огорчает, потому что она не любит меня. А я знаю, о чем она говорит. Походу, этот гамнюк нам вот это и подложил. Может, это и есть тот символ, который так... Рот, ты показываешь ей кусочек бумаги. Это грязный кусок бумаги, мне не нужен твой мусор. Если это работа, попробую кого-то другого, кого-то кроме меня. Не, типа, он засасывает. Ого, на тебе. Посмотри, я уверен, что это привлечет внимание рта к себе. Я не понимаю ничего в этом вещах. Повесь это на того козла. Так, проверь, работает ли. Я думаю, что бумажная кукла привлекает внимание рта. Если я избавлюсь от нее, я дам ее кому-нибудь другому. Окей, давай. Ты нервничаешь из-за твоего слога в резюме? Да, откуда ты это знаешь? Я не уверен в своем так слогане. Смотри, смотри. Больше никаких слоганов, просто будь собой. Ты думаешь, рту это понравится? Звучит просто прямолинейно и необычно. Меня он удивил. Я уверен, что рту он понравится. Да, но что если ей не понравится? Я не хочу выглядеть как идиот перед своими коллегами. А, давай мы тебе дадим бумагу. Больше никаких слов, просто будь собой. Подожди. Использовать. Окей. Так, из меня дай мне взорвать твою рту. Так, это изображение лучшая зацепка, которую я смог найти. Я не могу уйти, не взяв ее. Нет, 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 нет. Я понимаю намек твой, но нет. Я не буду на нее цеплять. Ой, фух, наконец-то нет. Может, и есть тот символ, который так... Рот. Ну, попробуем ей дать. Использовать. Я думаю, что бумажная кукла привлекает внимание рта. Если я избавлюсь от нее и отдам ее кому-нибудь другому. Меня сожрали. Найс. А, нормально? Окей. Останавливаем. Короче, снова я пришел сюда. Давайте я ее отпарю. Я повешу это на твой пояс. Прости меня за то, что я делаю это с тобой. Я надеюсь, что ты не понравишься той штуке в стене. Ты думаешь, что ты умен, не так ли? Вы получили фото. Эта фотография должна быть важной. Ни хрена себе. А, то и, походу, либо... Подождите. Которая сожженная. По идее, вот эта Синтра, это она и есть, типа, дочка главного, но кто слева? Девка-лисица, я пою.
Я пью. Но Синтра, она, получается, подожгла. Кто все эти люди? Лучше отнести эту Синтре, но перед этим мне надо найти девушку-маркетолога. Так, полетели. Уходишь, если хочешь охотник. Уходи, если хочешь охотник, возвращайся к той тупой девке и возьми ее в качестве трофея. Я уверяю тебя, мы очень скоро встретимся. Я поцелую тебя, когда ты будешь ожидать этого меньше всего, ха-ха. Девушки, пожалуйста. Так. Вы проводите этого отсюда. Я понял. Судос, полетели. Тут, если что, я там батарейку взял. Фу, наконец-то я выбрался. Я надеюсь, что эти штуки не смогут сюда пробраться. Ну вот и последнее. Ах, спасибо огромное, Брайан. Пожалуйста, коллега, не хочешь ли ты вернуться к остальным? Ой, Брайан, я буду должна тебе. Без тебя я не смогу бы во всем справиться. Без проблем, не волнуйся, ты так научила меня правильно прятаться. Ха-ха, глупенький, это пустяки. Ты помог мне с моим заданием, и будь честно, если я помогу тебе с твоим. Что ты делал на этом этаже? Ты говорил что-то о лошади, не так ли? А, да ну, это чепуха. Домашняя работа с мотивационного разговора, ничего особенького. Расскажи мне, пожалуйста, я хочу тебе помочь. Ну, меня попросили прийти на этот этаж и завести друга. И я думаю, может. Найди того охотника. Так, не оставляйте его здесь с фотографией. О нет, быстро прячемся. Они сказали, что они всегда уходят из офиса в конце месяца. Но еще слишком рано, я не понимаю. Монстры уже ходят по этажам. Похоже, они все ушли. Ну, я думаю, мне лучше вернуться в свой офис. Мне надо дать кое-что важное, коллеги. Хорошо, у меня и здесь еще много работы. Но позже я куплю тебе чашку кофе в благодарность за твою помощь. Хорошо, увидимся позже. Тихо-тихо. Ух! Ух! Какого черта вылезли из своих этих? Манать, манать, манать. Нахер. Почему я на третий взял? Нет, нет, стой, мне на пятый. А у меня, подождите, у меня души готовые? Да, у меня души готовые. Ух, ну нахер. Нахер это дерьмо. Улей. А я пошел в улей, чтобы выполнить задание Дюмонта. Так, держать пастик. А ты смог завести друга? Да, ну нет, не смог. И ты не был в отделе кадров, а? Да, я там был. О, да? Почему тебя это так интересует? Ты сказал мне, что не рад своей работе. Отдел кадров — лучшее место, чтобы тебя привели на другую работу или повысили. Судя по выражению твоего лица, могу сказать, что они тебя не услышали. Ты сказал им, что ты на моей стороне? Нет, я не говорил. Слава богу, я всегда разыгрываю их по телефону со своими пошлыми шутками, и теперь они хотят меня убить. Ха-ха. Да, конечно, конечно.
Типа, ты не хочешь знать то, что... Он уже знает то, что я охотник на ведьм. Это он меня запер в ловушке, это он мне дал эту херовину. Он сын ведьмы, это понятно, это все ясно. Ладненько, давайте на этом закончим и в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.